бизнес регулярно претерпевает трансформацию по разным причинам. Проблема состоит в том, что когда мы переживаем трансформацию, мы прежде всего пытаемся думать, как из прежнего состояния адаптироваться к новым условиям. И главная проблема наша состоит в том, что то, как мы развивались, нам кажется единственным путем, потому что мы его прошли. По сути дела, надо вынуть мозг, сполоснуть и как бы вставить заново и посмотреть, как будто бы это не мой бизнес, я в нем еще ни разу не был, но вот есть такие вводные, да, описать соответствующую проблематику, и вполне возможно, что вы увидите, что вы закопались в какой-то конструкции только еще потому, как? Что думали про это как про другой бизнес.